В Покачах адаптивный спорт стал активно развиваться 8 лет назад. Тогда к делу приступила тренер Александра Виноградова. Плавание, настольный теннис, бочи – этими и другими видами в городе занялись благодаря поддержке Центра адаптивного спорта Югры. И сегодня совместная работа с Ханты-Мансийском продолжается. Центр нам очень помогает. Мы с ними сотрудничаем, взаимодействуем. Взяли у них 5 программ. Согласовали с ними, и то, что мы с ними работаем, они нам предоставляют оборудование, то есть вот которое оборудование есть в этом зале и в бассейне, еще где-то, они нам как раз предоставляют. Спорт слепых, глухих, лиц с интеллектуальными нарушениями, поражением опорно-двигательного аппарата. В городе Покачи почти 20 спортсменов-адаптивников. Некоторые не только выступают на окружных соревнованиях, но часто являются единственными представителями региона на всероссийских турнирах. Мы на все чемпионаты первенства ХМАУ Югры выезжаем. Мы всегда привозим призовые места в любой дисциплине, с любой нозологией. В последнее время к занятиям с адаптивниками приступил также тренер Алексей Горбунов. И у его подопечных уже тоже есть достижения. Работа на результат продолжается.